на канале Миш Эмма. И сегодня я буду свою малышку будить и показывать, что будет дальше. Вот она уже проснулась. Как твою малышку зовут? Маша. Машенька. И сейчас я на секунду должна сходить. Я принесла ей бутылочку с водичкой. Я открываю. Это Бобибон. Эмочка у нас немножко простыла, так что извините. И сейчас я буду поить, и потом будет такой проект. Потом она будет писать. У кого есть Бобибон, попробуйте это сделать. Мне это все работает. Машенька проголодалась, Машенька кушает. Эмочка, а что Машенька еще любит кушать? Кашу для бэби-бонов. И это такая смесь. Ее надо высыпать в тарелочку любую, взять ложечку, налить воды туда в кашку, помешать хорошенько, чтобы не было комочков, и можно ее кормить. И сейчас я буду это делать. Ну, она до этого еще пишет, поэтому там водичка. И так, как видите, вода. Ты нажимаешь на кнопочку, да? И Бобби Бёрн писает. Вот, видно, как Машенька там писает. Я, она уже пописала. Мышно очень. Где же этот пончик? Сейчас я ее выдам. А потом будет с глаз теперь, потом вода будет плакать. Она будет плакать. Надо и в глазики водичкой попшикать водой. Лиза, когда она лежит именно... Ой, ебал все. И сейчас она будет плакать. Видите, она плачет. Плачет Машенька. Наверное, чего-то ей не хватает. Может, она еще хочет кушать? Нет. Я сейчас ее буду передевать. Это делают и с настоящими малышами, и с пупсами. Во что ты будешь Машеньку одевать? Я сейчас посмотрю. Давай, мы пока на Машеньку посмотрим. Какая Машенька заплаканная. Я ей сейчас одену такую футболочку, повязочку на голову, ну, конечно, памперс и такие сапожки. Машенька будет сухая, чистая. И ухоженная. Конечно, ей будет очень комфортно. Она больше не будет плакать. Я уже заканчиваю ее одевать. Простите, что я так задерживаюсь немножко. Но
Вот, я уже ее так одела. Ну, да, она как будто идет. Теперь можно ее на зимнюю прогулку брать. Да. Отлично. Вот такая у Машеньки колясочка. И я сейчас ее положу и пойду на прогулку. Это ей уже посмотрю. Одеялка, да, если вдруг будет холодно. И всем пока-пока. Мы были на канале Биш Эмма.